Маша, оставь место, сейчас заедем. Давай. Кто нужен? Да кто-нибудь. Маг есть. Есть маг? Нет, мага нет. Ну, сейчас зайду кем-нибудь. Давай. Поставьте шкаф. Кого сумануть плюсуйте? Метку на танков можно? Наводчиком? Не то. Чё, ты заходишь, нет? Надо сейчас. У нас full D рейд. Сейчас человек зайдет. Можете пока трэш чистить, я не обижусь. Давай заходи быстрее. А Марат все знает кто? Дрэжи нужен, да? Что? Дрэжи нужен. Тебя плохо слышно. Не понимаю тебя. ДД нужен или хим? ДД, ДД. Богильф, раздавай каски. Ураклс, раздавай кулаки. Стюша. Четыре паладина. Стюша, кресты давай. Я умею считать. До трех. Но тебе уже не суждено им стать. Скоро у меня будет другой рыцарь. Сломить его было очень трудно. И я подверг его душу ужасным мучением. Он так долго сопротивлялся, но вскоре он склонится перед своим королем. Никогда! Я никогда не буду служить тебе! В конце концов, все... Только отворачивайте от рейд. Ловите большого. Танки, ловите большого. Бля, ну присти КД уже сейчас кем другим заебал.
Бейте пока трэша, по ты нам побегу, когда посмотрим. Поднимайте все. Баф обновите. Маги в стол поставьте, пожалуйста. Куны кипы. У него КД. Бафы раздайте, кулаки, кресты, каски. По голосу слышно, там сидишь, улыбаешься, да? Чё? По голосу, говорю, слышно, сидишь, улыбаешься. Чё мне улыбаться-то? Она плачет. Да. Агрите, давайте. Сначала нитиратели заливайте. Ты чё там улыбаешься? Я улыбаюсь. О-о-о. Заберите трэш. У кого-то слишком толстая задница. Сова! Трэш заберите. Это был Пэт или Звездопад? Да это сова, хотя хрен его знает. Вот как с вами улыбаться? А я их долго... А водил, сейчас увидим у кого. По центру водил. Говорю, давайте весь трэш бить. Они говорят, что репу фармим? Ну да, говорю, репу фармим. Помнит, кто это? Да. Ты ханта сейчас вызвал... Ой, тогда ходил, два коридора на лану чистил, так от них удел. Машуленька, а ты потанчить не хочешь? Нет. Да, угадаю, ты Эрдру? Не. А кто ты? Не скажу. А, ну... Чё врёшь-то? Я видела, кто это. Давайте фулба быстренько. Если бы моя воля, ты вообще бы в доллара не сидел. Это понятно. Ну вот. Карточку по шаманам.
Акрофобия, это Бурен. Из АФК идем. Короче, паладин, который каски бафает, видимо, не хочет бафать. Чё, кулаков нормальных нету, поларам дать на 10 минут. Дайте бафы нормальные. Я раздала каски. Кулаки, кресты, кто там раздает? Я говорила уже. Давайте трэш чистим. У нас акрофобия АФК. Чекайте ловушки сначала. Сворачивайте вот рейд быстро. Второго ловите. Звездочку сначала заливайте. Да стой на месте, ДК. Войт, твоя мечта, 4 ханта рога, блять. Че, про товаром зайти? Ребят, идем без АФК, акрофобия. Почему ты АФК шел? Ты здесь? Обновляйте горн. За каждый АФК у вас будет минусоваться ИП. Прист, Алба, Джессика, Альба, Торн. Давайте фурнал быстро. МТ и ОТ назначите, пожалуйста. Кто у нас еще танки? Кто танки? Ну вон акрофобия танк. Багель танк, по-моему, и ДК Гниломор. Ну, блин, тут, я думаю, все понятно, МТ, а ты кто? Так, все здесь. ДК Горн.
Войт, ты здесь, Войт? Рыбку ешьте. Короче, давайте гулять, придет. Ты сразу же во фрейм становимся. Герцку не забудьте. Этот мир полной смерти и разрушения. Шип сейчас будет. Да когда налево тогда беги. Беги, малышка, беги. Давайте. В ложах не стойте. Танчи всего фрейм. Я, кстати, на холика, если что, роли забыл написать. Ну что, протопала передумала делать? Ты можешь свой рот закрыть, я с тобой не собираюсь разговаривать. Ну, грубить-то зачем? Я вроде вежливо спросил. Ты сейчас ты вежливо. А до этого ты вел себя как конченый ролем. Нау, можно, да? Можно, Семенов, зачем ты это ролишь? Ролем. Лика, чё стоишь, пойдём? Роль чё? У нас квест там, да? Где взяли квест? Да. Для нашего господина нет ничего невозможного. Слава, поддержишь мобов? Ничто не может сломить его, кто откажется повиноваться, будет уничтожен. Кстати, может, не врага. Служить ему верой и правдой достигнет таких высот, о которых вы не в силах даже помыслить. Беги, малышка, беги! Я пока не могу.
чек на пол. Хорн, ты здесь, Хорн? Что тебе не хватает? Давай быстрее, долго пьешь. Залейте Иннер ему. Давайте, пуляйте. Он уже отпился. Пуляйте. Давайте первая, вторая слева, третья, четвертая справа. Забирайте мобов, сливайте их. Фанатиков в первую очередь заливаем. А мобов-то слили, да, Дарнован тоже? Где же? Дарнован уже на лесенках. Лейте Войда. Приверженца залейте, почему он живой до сих пор? Капли только слить не забывайте. Топните по леди, сейчас трэш выйдет. Ты в трэш. Приверженца долейте. Добейте приверженца. На ов кому может надо тоже рулить. Солдат Альянса очень много, как
Капитан Саурфан будет рад видеть вас на борту молота Огня. Мы будем сдерживать Альянс, пока вы не будете готовы к взлету. И хода молота по местам. Рюкзаки все берите. ДК, на тот корабль полетаешь. Берите все рюкзаки. Не запускаю. Со смертельным врагом Лактарагар. Ортрон, взлетаем. Вы видите, что это там вдалеке? Истерия, киньте на какую-нибудь пушку тоже. Без разницы какой. Сейчас вы ответите перед Саурфангом. Двигай свою калошу, не то мы ее прямо в небе взорвем. Арте тут делать нечего. Пехота, сержанты, ой! Разряжать. Давайте 5 секунд осталось. Так, секунду, я отойду. Ваще крутится. Торкро, выдвигайтесь. Герои, будьте начеку. Блять, только что... Присоединись ко мне, отец. Пояс на Холика. И вместе мы разрушим этот мир во имя плети и во славу короля Лича. Топор. Я сильнее и могущественнее, чем ты можешь представить. Мы назвали его Дранош.
Дренора, человек. Значит, сердце Дренора. Я бы не позволил чернокнижникам забрать его. Он был бы в безопасности. Давайте хлба быстро, может, как падал у нас. Не запускаю. Я пообещал его матери, когда она... Не запустили уже. Что пройду через... Не запустили. Неважно, умер бы я или выжил, мой сын остался цел и чист. Сегодня я исполню это обещание. Жалкий старик. Ну что ж, герои, хотите узнать, сколь могущественна плеть? Пан. И распула не забудьте. Трэш заливать? Тебя в трэш переключи. Где в трэш? Я пока не могу прочитать это заклинание. Это заклинание еще не готово. Я пока не могу прочитать это заклинание. Это заклинание еще не готово. Я пока не могу прочитать. Похороним тебя, как подобает, в Награнде, рядом с матерью и предками. Двум первым паролом. Лизуни, это Бурено, перерол. Давай докавить, си валькодно.
Не спать, не спать ее. Точно ловить Ольгу. Звездочку сначала заливайте. Вонючку. Только подальше ее отведите. Все, стой тут, ДК, стой! Станьте под собак. Два шамана поставьте, пока на все природу.
Ну заберите вон того дрочка. Встаньте себе собаку. Давайте второго, может. Я хуй знаю, где она. Пробежался, нет. Вот сразу написать нельзя это было. Пересказать хотя бы. Эти каску кулак поваром. Полбав дайте. Кстати, ленточки лежит, да. Кибись. Графин Хорн прирол. Блин, как ВПС наладить? Что это за тема такая? 3, 5, 7. Сейчас подойду и бафну. Есть-то баф. А, есть соль. У меня нету, дайте еще раз просто баф. Нам мага надо найти где-нибудь. А там плюнька был, он гильдии еще открыл. Онлайн нет. Нет. Давайте, блядь. Точно все под задницей, напрягайте одного села, который только он хилит. Вообще у нас что-то с отхилом все печально. Плариум, тромбон, вы чё?
Вам вообще не стыдно? Бабл, нажми. Что стыдно должно быть-то? Ну вообще не хилит. Хилит один человек. Ну, два может, там ДЦ, а еще. На ФПС 3. Трамбонер, друг. Хилила. Нет травмы, нет Т-10. Что? У тебя чешка есть. Что случилось? Отличные новости, народ. Я починил трубы. Как она думает, голод? И? Подожди, кровь нужна кому? Я не тебе. Вот тебе травма. Ролим травму. Ого, да я поэт. Потрясающе. ГЦ. Ну сейчас, короче, кто посмотрим. Кил. Посмотрим, что изменится. Кто знает, подожди. Кровь нужна кому, нет? Шуманите мне шкаф поставить. Ну, макросечки. Поры сносим к двум шаманам и в мелизону. Давайте чек на пол. Блять. Ну. Я пока не могу начать. Это обычное облако газа. Только будьте осторожны. Не такое уж оно и обычное. Спору одну из мелизоны вынести? Ну, на танке спору. Из мелизоны одну вынести? Окей. Thank you.
Корн, тебе как хилиться, нормально? Трамбон, вот ты сейчас с травмой, я тебя, короче, перехилил шаман, у которого ФПС вообще ни о чем. Бывает. Может, дело не в травме? Возможно. Я, конечно, все понимаю, но я, конечно, забыла, что я ответственная за добычу, я ушла вместе с вами. Да ладно. Там только штаны, наверное, были нормальные. Маша, это, короче, тот человек, который мне говорил из-за танка. Помнишь тогда в чате? Танишки, рольте. Бед зажрали, что ли, не надо их. Ой, я еще штаны ролли, блин, прослакал, можно? Ролли тоже штаны. Ну ты кто? Это Вурена сова. Он не сове вообще ни о чем. В смысле ничего? Но эти штаны на сову, они... Ну как ты без крита шмот на сову будешь делать? Да не с духа. Ну как бы у меня меткости нет. Как бы она выглядит пока. Вариант. Да. Из-за того, что нет меткости, приходится таскать гил на тренику. У тебя сетовые штаны должны вроде быть с меткостью. Кричите кто-нибудь, поищите мага. Чек на пол. Богель, чего не хватает? Гнилолорд. Нет, со мной квест мы не будем делать. Кто писал это идет? ДК? Понятно, вижу. Акрофобия, ты хочешь такое сделать? Да, можешь спекнуться, а то у нас тут
ХПшь мне? Короче, в кукле, кто у нас? Это палку сидит. Нет, акрофоб я не буду делать. Святой бык, может ты в ДД спекнешься, я в хила. У тебя дамага-то побольше будет. Да котом такое себе плохо дамажить. Плюс они как это будешь. Так, давайте, протопал, пей. Протопал, ты умеешь сидеть в кукле? Отличные новости, народ. В смысле? Не знаешь, сейчас учиться будешь. Пейн перевести, нет? Как думаете? Конечно. Подойди ближе к зеленому мильвицу профа. Переключайтесь на зеленого сразу же. Где зеленый убьем? Сейчас красный выливается, РДД сразу же бьют красного. Милики, как только выберет цель. Пельмень не ловить. Все в красном. Давай ложим стрельбать. Давайте ближе к зеленому. Откол подводи. Все в зеленого переключились. Все бьют зеленого. Добивайте его. РДД сейчас все бьют красных, как он появится. Мильки, как выберет цель. Готовьтесь. Я в красную, давайте. Давайте, переводим. Добивайте зеленый. Герб убить. На вкус как вишенка. Ой, извините. Давайте герб. Thank you.
Отойди подальше от кул. Зарин, ты тупой? Не успел отойти. Да, блять, они 10 секунд летели. Тебе похуй, как будто ты стоишь, кастуешь просто. Блять, не вижу ничего, говорю, блять, хочешь поменять меня нахуй. FPS 3, я нихуя не понимаю. Ну тогда ясно. Давайте на кровь.